Фридайвинг как фитнес. Почему это привлекает людей? Ну, во-первых, как я уже сказала, фридайвинг – это гораздо более вариативный вид, скажем так, спорта. Мы себе можем более интересные тренировки придумать, разнообразить, чем в обычном плавании. Во-вторых, во фридайвинге мы совмещаем разные виды нагрузок. И аэробные нагрузки, и анаэробные. Это тоже здорово, полезно для здоровья. Фридайвинг очень хорошо развивает чувство воды. Часто это называют таким немножко мистическим словом «акватичность». Когда люди лучше чувствуют воду, и это очень здорово. Плюс фридайвинг – это неизбежное развитие способности к расслаблению. Потому что, как мы говорили, чтобы нырять, нужно быть расслабленным. И вот эти все факторы, они приводят к тому, что в результате тренировок люди получают свою законную, заслуженную дозу эндорфинов, да, гормонов счастья, точнее сказать, нейромедиаторов счастья, и чувствуют, испытывают приятные положительные эмоции, да, и снимают стресс. И, конечно же, это дает очень классную мотивацию заниматься и продолжать. Часто люди занимаются чисто бассейном, фридайвингом, приходя уставшие, убитые после работы, и после ныряния себя чувствуют гораздо лучше. Это факт.